Смотри, да, что-то пишет, нет? Итак, Epic Fail 2. Да штука-то, по-моему, пишет. Сколько протянет, пусть пишет. Нет, там где? Пишет, мигает. А, мигает, да, хорошо. Так, сейчас я буду помогать запуливать сие. Да. И пилот Борисов. Блять. Хорошо, пошел. Я даже забыл пофотографировать. А ты меня снимал, нет? Ты снимал, бог какой-то. Вырубил все? Вырубил, вырубил. Что это батарея у нас просела так? Не должна она так быстро проседать. Зато вторая есть. Ее должно вообще минут на 40 хватать. Это по идее. Ну что у нас тут? Да не, все, не... Целое. Все целое? Крыло, крыло, давай, стой. Крыло еще. Крыло еще, да. Давай, я одно держу, второе подтягиваю. Хорошая система, да? Да. Не ломается. Кстати. Блин, нет, люфт. Снимай. Вот, потащи ее максимум. Я-то уже на максимуме. Дальше ты свое крыло. Вот. Видишь, бок, во. Ее натяжечку. Оп. Круто. Можешь ее попробовать. Что, сам хочешь? Да, почему нет. И попробуй просто взлететь прямо и потихоньку сесть, если получится. Куда ты газуешь-то? Управлять надо. Это мне рассказали люди с форума. А вообще, давай-ка, может, винт поменяем на 6. Видишь, давай. Он орать начинает. Кстати, от, да. От таких оборотов. Может, и не его это все. Давай. Меняем винт на 6. Есть.